Виталий находится в зоне СВО почти 7 месяцев. Был мобилизован в октябре прошлого года. Сейчас прибыл в отпуск. Он и его сослуживец встретились с главой Октябрьского района Сергеем Радько. Подобные встречи в Самаре проводят с каждым мобилизованным. Проводим раз в месяц прием, но общение с семьями мобилизованных в ежедневном режиме происходит. У них есть у всех наши телефоны, если какой-то экстренный вопрос, они звонят. У меня есть отдел, который абсолютно их курирует, да, смотрит, да, за ситуацией и подключается немедленно, поэтому работают напрямую с ними. По поручению главы региона Дмитрия Азарова во всех муниципалитетах области ведут социальные паспорта мобилизованных. Каждый вопрос и проблема военнослужащих и членов их семей решают в ручном режиме. Результат есть. Помощь оказывается реально. Не на словах, на деле. Мне лично помогали. У нас также вот в подразделении налажена тоже связь с администрациями разных областей. Им тоже бойцам решают проблемы, их они просто пишут на листке. Мы передаем это губернаторам регионов. И вопросов очень много решается. В подразделении Виталия служат бойцы из разных областей России. В случае необходимости просьбы передаются главам регионов. Например, вот в моем батальоне около 400 обращений бойцов, из них 307 уже решено. Так что это реальная помощь, да? Есть, да. Разговор длился около получаса. Под конец военнослужащим вручили подарки. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.